Всем привет, это South Park, палка судьбы. Голосованием было решено, что надо мне в это сыграть. Поэтому я здесь и записываю. Я не большой поклонник сериала, но... Так, ладно, читайте субтитры. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. А, простите, палка истины. As news of a new kid spreads throughout the land, in order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick controls the universe. Итак, у нас профиль, тон кожи. Беленький я, беленький. Или немножечко бледненький. Нет, белый. Причесон. Как бы причесон выбрать-то? Устрепыша. Ой, тут куча всего на самом деле. Китаёза какой-то. Кого же выбрать-то? Ну, пусть будет такой. Одежда. С черепом. Или в красный рубашек. О, нет, фиолетовый. Хочу фиолетовый. Так, это что еще за уродство? Макияж. Со шрамом. Я не думаю, что нам нужен макияж какой-нибудь. Без него обойдемся. Очки. Да и очки, наверное, не нужны. Отлично. Да, повторюсь, я не поклонник сериала. Какие-то серии мне даже не нравились. Я вообще особо не слежу за ним. Но игра обещает быть интересной. Очень жаль, что создатели Симпсона не сделали что-то подобное. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Конечно, оделся. Hey, champ. How do you like your new room? Пустовато. I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? Не помню. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good. He doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends?
Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Dig. Найди детей, с которыми ты сможешь поиграть. Я не понял, что за хрень. Чтобы открыть к ним лицом, нажимай пробел. Понял. Пусто. Моя комнатушка. Норка мыши. Деньги, бейсбольная карточка. Я не понимаю, что у меня со звуком происходит. Вот эти какие-то непонятные подлагивания. Очень странно. Так, точно здесь ничего? Корзина. Непонятно. Ладно. Айда. Очень странные подлагивания. Закрытая комната. Так, здесь что? Ванная. Старогубка, ржавая труба. Ну, еще деньги. Кто же в ванной деньги хранит? Вот я пукаю. Не получилось силам пука. Блин, с какой силой надо... С какой, точнее, быстротой надо это все делать? Почти. Ну-ка. Ай, почти. Сейчас, должно получиться. Да блин. Ну-ка. Да что ж ты делаешь-то, зараза? Почти. Жопа, ладно, фиг с тобой. Золотая рыбка. После этого надо помыться, конечно. Закрыть нельзя. Ну, последний раз. Не получается. А вниз по лесенке идем. Так. Что у нас здесь? Закрыто. Тут явно кухня. Деньги и вилка. Неплохо. Полосы под глазами. Целебный эликсир. Go on outside, sweetie. Go look around the neighborhood. Go on outside, sweetie. Ща. Бабки. У меня уже 2 бакса есть. Куча денег. Was that you? Я не знал, что сейчас твоя очередь. I need to change your diet. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Вот так вот выгнали. Так, G. Инвентарь. Эликсир. Ржавая труба.
Вилка, один удар, четыре дырки. Рай для микробов. Так, полосы под глазами. Не надо никаких. Дай пройти туда. Туда нельзя пройти. Так, гаражик. Парик серфера. Прекрасно. Всегда мечтал о парике серфера. Это снеговик. Это не я. Что за логики такие? Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Butters. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Новое сообщение. Где сообщение, ребята, с нами новенький играет, и он мой друг, так что никто его не задирает. Hey, where are you from? Где моя форма? Where'd you live before moving here? Так, подожди. Is that Colorado? Чё, здесь закрыто? Why are you wearing your hair like that? You don't talk much, do you? That's okay, I can talk for both of us. Купа Кип. Не знаю, что такое Купа Кип. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Who's your new friend, Eric? Shut up, mom. Not now. Ключ от гаража Картмана, деньги, Акама Геймшар. Бородка злобного Картмана. Блин, меня бесит то, что у меня подлагивает так звук. Мама, здрасте. Don't talk to her, she's not part of the game. Don't talk to her, she's not part of the game. Oh my. Is that Spanish? Это испанский. Oh my. Да, ты не знала, я тебя могу научить. Ладно. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Ух ты. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. 14-го. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kenny, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. У него такая фаза. Поговори с Картманом. Да подожди ты, может быть здесь что-то. Какой кошмар со звуком? Я не знаю, что это. Дайте что-нибудь мне. My loyalty is as incurable as my diabetes. Shit. The power of diabetes is both a gift. Какая гадость. Be careful, the rock of Таинственные силы? Хорошо. А это что за озеро? Цветочек. Нарцисс. Цветок для принцессы. Цветок.
джунгли будет. Отдай нарцисс Кенни. Так, а здесь что? Behold the distant realm of downtown, home of corrupt merchant lords and homeless people. Коммерсантов и бомжей. Отлично, задание выполнено. Еще тебе немножечко на испанском. I know it is a massive kingdom, but you'll learn to find your way around. Так, что у нас здесь есть еще? The wizard stump. Perhaps one day I will show you what it does. Ah, you have located the training area where our massive army learns to fight. Так. Ладно. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. Что тебе надо от меня? I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Имя? Ну, будем... Вот так вот. You entered douchebag, is that correct? Чмо. Ах ты, Картман, ах ты сволочь. Нет, не прав. Are you sure you want to keep the name douchebag? Нет. Very well, douchebag. Зараза. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Воин, маг, вор, еврей. Это... Ох, в духе вот шуточек этих. Fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. A mage is like a wizard, only not as cool. Только не такой прикольный вор. A light thief? Never heard of one, but interesting. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Ну, евреям было бы слишком просто, наверное. A mage is like a wizard, only not as cool. Я хочу вором. A white thief? Never heard of one, but interesting. Или воином. A white fighter? Haven't seen a good one of those in a while. Не, давайте вором. You look sneaky enough to be a thief. Буду вором. Или магом. Вообще, я всегда магом играл. Во всех играх я выбирал некроманта какого-нибудь. Нет, все, магом. Магом. Хорошо. Да, уверен. Я буду круче, чем Карпа. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Подсказки и слухи за $2? Нет, не хочу пока еще ничего давать. Так, оружие. Клинок воина, волшебная палочка. Это ветка. Огненный приток сил, получая очков мощи. Определенные атаки на горящий. Ну. A lovely purchase. Огненный меч, посох зимы. Так, оружие на ремнях, что это такое? Непонятно. Имидж, хрен с этим. Снаряжение. Ничего пока не могу взять. Вещества тоже ничего. New kid has checked out everything in my backyard. Так, оружие. Волшебная палочка. Взять с собой. С новейшей графикой самыми жестокими играми 2001. Так, головная повязка силы мага. Выкачивает силу из твоего мозга. Включит максимальный очков силы на 1. Это хорошо. А мантия силы принадлежит магу. Усиление огненного урона на 10%. Круто. Так, парик. Бородка. Кольцо защиты, минус 5 урона при блокировке. Хорошо, ну-ка. Ну пусть такая будет бородка. Хорошо. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass.
I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Ну и как мне убить? Так, нажми левую кнопку мыши, чтобы выбрать действие, затем кликни левой кнопкой. Я не успел прочитать. Come on, fight. Слишком поздно, не понял. Oh my god, it's Butters all over again. Okay, look. Try putting your back into it at the last possible moment. А, когда начнёт. Try again. Focus right before you strike. Блин, там надо успеть, пока она мигнет. Вы что, прикалываетесь, что ли? I dodged that. На три. Какой-то странный удар. All right, fuck it. One more time. You can't possibly be this lame. Два раза. Oh, hell yeah, Clyde, you bitch. All right, Clyde's wearing armor. Clyde, in order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Жесть. На шесть. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Чтобы поставить блок, нажмите правую кнопку мыши, когда увидишь индикатор. Prepare yourself. Какой индикатор-то? No, no, I said protect. Protect your bows. Индикатор, блин. Yeah, that's what I'm talking about. То есть раньше, чем увидишь индикатор, на самом деле, получается. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your mage ability to make Clyde pay for insulting the king. Так, способность. Дыхание дракона. Ты извергаешь на врага шквал огня, поджаривай его, если прием выполнен идеально, противник возгорается. Так, выбираем. Жми левую кнопку мыши как можно чаще. Ох, как со звуком-то все печально. Вроде отбился. Ну давай еще разок на него. Неплохо. Okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent, and I shall let you see the relic. Реликвия. Так, точно я ничего тут не могу сделать больше. Ладно. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Это же просто палка. Он Just two такая. Days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm. $9, 99 cents. What is it? The elves are attacking. Guard! Defensive position! Началось, блин. Защити палку истины. Так, что-нибудь здесь. Смотрите, у нее член дергается. Посмотрим на нее и не ослепнем. Да блин. Что-нибудь могу тут скоммунизить? Так, это что у нас? План? Наступление или что? Вообще мне не нравится, что меня чмом называют, зараза такая. Man, don't let them through! Give us the stick, humans!
Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye, we're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Oh, you want some of this? Какие же они матершинники-то, жуткие. Butters! Jesus Christ! Butters, you're losing! Stop losing! But I don't want to make him feel bad! Кого бить-то? Ну что-то их двое. Do it, douchebag! Kick these elves' asses! Блок. Ай, не успел. You're wounded, douchebag! Potions will heal you! Here! Целебный эликсир. Использовать. А, еще надо указать, что на себя. Хорошо. Использовать один предмет и провести атаку. Ход заканчивается сразу после атаки, поэтому сперва использую предмет. Легко сказать. Нормально. Опять? Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him. На тебе в жопу палку. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Suck my cock. Да что ж такое-то? Ладно. Так, пора вот с этим, наверное. Отлично. А почему я не успел его контратакнуть? Ух, нифига. Great job, douchebag. На 22 ему влепил. Эликсир скорости, сломанная стрела, деньги, ухо эльфа. Нормально вообще. Лук отстойности какой-то там. Пять парами. Да я понял, да. Ответный удар. Ай. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Ответный удар получил. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. Враги в позиции для ответного удара могут отвечать на атаку, проведенную оружием ближнего боя. Используя против них стрелы или способности. Ага. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Застрели эту суку. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Неплохо. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Ответные удары могут отвечать на атаку, проведенную оружием дальнего боя. Используя против них способности или атаки оружием ближнего боя. Ага. Надо было не за это. Не запутаться во всем. Отлично. Great job, douchebag! Он перестанет меня называть чмом. Игрушечная машинка, опять ухо. Эльфа. Кошку обижают. Кошку обижаешь. Сволота. Какие-то с дубинками. Ответный удар. Надежная защита даже. Щиты полностью блокируют несколько попаданий против них. Эффективная обычная атака или способность, следующие множество отдельных ударов. А, ну давайте сейчас магию его. Не дали, да? 16 бахнул. Ой. Just use your normal attack so you can hit him again. Что-то я неправильно сделал, да? You can't hurt me. Сколько он будет защищаться? Вот?
Да что ж такое-то? Может, этого побить, не? А у него ответный удар. Нет, все правильно. Я правильно убил. Hit the shield guy. Да почему его не добивают-то? В чем дело? Палка мигает, начинает. 16, все равно на 16 пробиваю. Так, ну может для... право для мощного. Так, интересно, а могу я? Ага, вот как надо было все. Понял. Левое, правое. Так, броня снижает урон, наносимый каждым попаданием. Против нее эффективные мощные атаки или способности, наносящие один большой удар. Ага. В жопу тебе палку эту запихать. Лук отстойности. Лук. Давай луком. 1-1-1. Что за удар вообще такой? Ну ладно, добили. Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na-na-na-na-na-na! We still can control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. Вот так вот, палку сперли. Job, Clyde, to guard the stick of fucking truth. Clyde, you are hereby banished from времени и пространства. No, you can't do that. Yeah, I can. You're banished and lost in time and space. Yeah, go home, Clyde. You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can maybe be a douchebag, but you sure can't fight. Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen. And we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Twig, and Крейга. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! Send my warriors here! Нет, все-таки забавно, конечно. Способность разблокирована. Да что же лак-то такой непонятный? Что вот это такое за мешочек? Эликсир скорости, оторванный кусок плаща, бейсбольная карточка. Так, флаг быстрого перемещения. Новое задание. Team Express. Письмо токену. Найди Твика. Найди токена. Да... Да успокойтесь уже, найди Крэга. Так, разблокируй все флаги быстрого перемещения в окрестностях Южного парка. Это понятно. Так, какие-то способности разблокировались. Доступно обновление. Дремотный порошок. Отвлекает неприятеля при помощи волшебной сонной пыли. Если прием выполнен идеально, враг будет оглушен. Ну вот, кстати, хорошее дело, я думаю. Это у меня есть уже. Хотя надо было лапнуть, наверное. Увеличивает прямой урон от всех попаданий дыхания дракона. Наносит больше урона своим оглушающим ударом. Тьфу ты, блин, я неправильно понял. Ну ладно. Боевой трофей. Лук отстойности. Хорошо. Ничего вроде не появилось. Так,
Ну и задание понятно. Разблокируй все флаги. Это я понял, хорошо. О, теперь могу все крушить. Прикольно. Я застрял. Нет, не застрял. Нормально. Давай посмотрим, что у тебя за оружие есть. Еврейский посох. Для правоверных кинжал Криса. Так, подождите, а мне? Электрическая палочка. Власть способна притягивать молнии с неба во время сильной грозы. Может быть, вот это взять? Или вот это вот? Понижает атаку, производимую целью. Good choice. Ну-ка. Будем с электрической палочкой ходить, я думаю. Так. Кошак. Как ты там? Нормально все, не надо никакого врача. Собьем все таблички. Свое будущее. Так, сюда можно прийти? Можно. Птичьи кости какие-то. На тебе. Ага. Мама тебе не поможет. Чуть не честно, все честно. Так, Кенни. Птичьи кости. Угу. Точно нету. Зачем там птичьи кости, непонятно вообще. Ладно. Приятель разблокирован. Ключ от дома Баттерса. Да, да, это все еще испанский. Конечно. Какой я гадкий все-таки. Так, посмотрим, что у тебя тут. В комнатушке. Да, да. Прикольно же. Компакт-диск Веры плюс один. Еще птичьи кости. Что-то набрал что-то. Так, желтая стрелка, восклицательные знаки обозначают задание. Так. Хорошо. Вот это, наверное. Пойду к Крейгу.
Так. Что-то взял. А, это Том Карт, ну, я почему-то решил, что трусы, деньги. Элемент задачи. Да, я представляю, как здесь волшебство творится. С этими дилдо. И трубкой для крека. Так, краситель. Я даже не хочу про это читать вообще. Теперь, на который ты хочешь перекрасить, доступно краситель, нажми кнопку, чтобы открыть меню красителей. Не хочу я ничего. Пойдем помоемся. Ладно. Так, что у нас здесь? Упаковка морских человечков. Еще кости. Спид. Тампон из волос чер... О боже. Лучше мне не знать, что это вообще. Так, побежали. Треснувшая лампочка. Так, здесь я уже все. Really nice. Рукоятка сломанного меча. Так, ну в принципе нам... влево, по-моему, по улице надо вот ключ. Отлично. Еще кости. Серая краска, борода... Вы волосы, вы что, шутите, что ли? Борода волшебника. Я хочу бороду волшебника. Ну-ка. Краситель. Да, да. Ой. Ну. О. Вот это я понимаю. Вот это дело. Чин Покемон. Вот это я больше на себя похож уже, да? Согласитесь. Найти своего первого чин Покемона. Собери их всех, нажми. Вот, чтобы открыть меню коллекции. Так, у меня, во-первых, новые друзья какие-то. Так, находки. Чин Покемон. Ух, ни хрена их тут. Офигеть. Снаряжение. Задание. Трусы даже. Ладно. Нам влево туда бежать надо. Так. Ходим, броним, колобродим. Значок инспектора Баттерса.
Butters really is a very sweet boy. I hope you'll like it here. The air is fresh, and there's always something to do to take your mind off things you wish had never happened. Maybe you can talk to Butters about not holding his in all the time. He gets the worst cramps. Не учи меня жить. Какая-то флешка там. Так, хватит смотреть эти сериалы дурацкие. Ah, this must be the new kid. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Фу. А ты что скажешь? Sometimes air can get pushed up there. Вот в кого он пошел, понятно. Куча щепок. В общем, кучу всякого барахла нахожу. ТКД наверх. Уединимся в комнатушке. Welcome to my room. Хорошо. Грим-звезда, деньги, средней личности, гавайца. Those are my minions. They help me punish the side. О, ключ от логова хаоса. Хм. Ботинки для чечетки даже. Вообще жесть. О, еще один чин потому. Мартых. Так, что здесь? Бупс. Так, а здесь что у тебя? Ничего интересного. Бонусная карточка Махала. Маленький уродливый Баттерс. Так, а у твоих родителей что в комнате? О, ключ от гаража. Отвертка. А как он гейм? Шар еще один какой-то. Интересно, что лампочки. Не знаю, зачем я это делаю, зачем я их собираю вообще. Но, может быть, это для чего-то надо, какая-нибудь ачивочка потом окажется. Так. Мусор, крышка от бутылки. Мыло на веревке. Розовая краска. Нет, я должен это сделать. С какой скоростью все это надо... Не представляю. Надо помыться. Так, ладно, побежали дальше. Керамический осколок. Так, ты кто? The Wizard King says I'm too ginger to be Дуги. One of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladin seek justice for all races. Так. Барахло всякое. Чёлка. Перчатки друида, безумный велосипед. Наверное, я еще не могу это подобрать. Подобрать, подеть, потому что я слишком маленького уровня. Связь из оружия дальнего боя. Как? Как в них можно стрелять? Как мне выбрать оружие дальнего боя? Кто скажет-то? Не понимаю. Ой,
Что-то я нажал. Yeah, you should check for mud. V. How did your ass learn such incredible magic so easily? Не понял, что-то я вот... О! Прикольно. Сколько здесь всякой... Скрытого контента столько здесь. Так, ну-ка я... Я здесь пока ничего не мог разбивать. Парик, хвостик. А, кто это вообще такие? Я к кому-то зашел-то. Лампа. Здорово. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too. Мама всегда мне гордилась. Knock it off. Popular. That's enough. Somebody's baking brownies. Бородатый сын вернулся. Часики я вам сломаю. Слушайте, тут все, наверное, можно расфигачить вообще. Слушай, ну похоже. Да я только не могу стрелять. Так, ладно. Хрен бы с этим. Часы я сломал зачем-то. Пластиковая кружка. Странно, почему я здесь ничего не собирал. А, они все распаковали просто. А лампочку какую-то подобрал опять. Ну, это я смотрел. Новое сообщение от мистера Сточ. Так, новые друзья. Иди в жопу, новичок. Офигенно, я хочу, чтобы ты знал, мне очень неловко из-за Баттерс. Хорошо. Точно с рыбкой ничего не сделалось? Еще трясущаяся лампочка. Прям какие-то. Так, кусок тряпки. Смятая бумага. Так, здесь тоже я что-то пропустил. Деньги, отвертка. Ух ты ж.
карандаш второй номер с мятой бумагой, какашкой, которая пописка. Это просто нечто. Еще бабки. Хорошо. Так. А здесь я вроде был, да, уже. Всю туалетную бумагу размотал, хорошо. Щеточки. Картонная труба. Еще осколок. О, мистер полотенчик. Ну-ка, дома-то все-таки. Нет. Бесплатное желание. А че часы починились? Шестеренка на пружинке. И это все починилось. Я не понял. Просто так что ломал, по-вашему. То есть зря я все это дело собираю на самом деле. Ну. Айда. А вот и Тимми. Собственной персоной, да? Ой, ё-моё. Он больной. Он больной. Так. О, эльфы. These lands hold many dangers, new kid. Так, ну тут мага надо вырубать. Yeah, nice hair, douchebag. Бонус защиты, броневая защита 3, вообще нифига ты. Паладин Баттерс. Ну давай, паладин. Целебное прикосновение. Когда ходит твой компаньон, он может использовать предмет или быстрое действие, а затем атаковать. Хоть заканчивается распределение. А, ну понятно, то же самое. Так, способности. Что у тебя есть? Молот правосудия. В ближнем бою Баттерс запускает свой молот в одного из врагов, провоцируя ярость. Прекрасно пробивает броню. Ага. Молот бурь. Баттерс крушит всех врагов в колонии, серьезно травмируя противников, повергая их в шок. Так, я предлагаю... А задних нельзя, да? Ну, давай так. Нифига себе там. Полюбило. Блин, кровотечение. Нападение врагов, предметы и твои собственные способности могут применять к тебе или твоим врагам статусные эффекты. Используй меню осмотра, чтобы узнать о своих статусных эффектах. Кровотечение. Угу. Целебный эликсир. На себя. Нет побочных эффектов, хорошо. Так, электрическая палочка. Может быть, я полагаю, вот этого друга надо, или... Когда увидишь мигание, нажми левую кнопку мыши.
Походу дела, я его просто так вырубил. Так, молот Баттерса, ну-ка. Блин. Опять кровотечение. Электрическая палочка. Что это за урон какой-то смешной просто? Так, давай, хильни меня. Странное, конечно, прикосновение у него. Так, молот уже все. Один. Что это за урон такой вообще? Один. Так, дыхание дракона. Пролак со звуком, я вообще не понимаю, что за фигня. А, у него там 20 брони. Горит. Хорошо горит. Сейчас чувствую, Баттерс вообще там коньки отбросит. О, неплохо. Когда он уже догорит? Так. Ну-ка, целебный эликсир. Отлично. И давай. Добиваем. Наконец-то. То, как на единичку бил, вообще не серьезно. Фигурка Филиппа. Нормально мы их отфигачили. Девочка, ты кто? Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Понятно. А тут что? Так, ну я думаю, надо на этом закончить, потому что и так слишком долго мы что-то бегаем. Ничего нет, тем более. Вот он сам, Южный парк. Куст расфигачил. Пожалуй, здесь мы и закончим нашу первую серию. Я надеюсь, вам было интересно. Если нет, пишите в комментариях и ставьте дизлайки. Если понравилось, ставьте, конечно, лайки. Но спасибо в любом случае, что смотрели меня. До новых встреч. Всем пока.